В городе Нерюнгри состоялось торжественное подведение итогов конкурса на лучшую кормушку для птиц. Конкурс был приурочен ко дню рождения города и году благоустройства в Якутии. 150 нерюнгринских семей представили на суд жюри красочные, оригинальные и в большей степени необычные кормушки. 20 лучших авторов глава города Леонид Олейник наградил памятными подарками и грамотами. А приз зрительских симпатий получили семьи Нигай, Сахновых и Поспеловых. Город Нерюнгри, знаменитый своими красочными и разноцветными домами, теперь станет еще ярче благодаря разнообразным кормушкам, которые повесят в парках и скверах города. Я, знаете, не ожидал, что будет столько участников. И вот такое чудо фантазии, чудо творчества вы проявите для того, чтобы каким-то образом содержать наших братьев меньших птиц. Тех белочек, которые живут в наших парках, скверах в нашем городе.